Очередное предупреждение от департамента ЧС по Западно-Казахстанской области о пожарной безопасности и подготовке к отопительному сезону. В связи с наступлением отопительного сезона в разных областях нашей страны участились случаи возникновения пожаров. И чтобы этого не случилось, сотрудники ЧС в который раз через представителей СМИ хотят донести до горожан информацию о правилах пожарной безопасности. Небрежность в обращении с огнем, несоблюдение элементарных правил безопасности в обращении с печным отоплением, нарушение правил при эксплуатации электрических приборов – все это может привести к плачевным последствиям. Так, с начала года в Западно-Казахстанской области от огня пострадало порядка 10 человек. Также причиной пожара может стать банальная неосторожность детей с огнем. Также у нас характерны поджоги и несчастный случай при использовании пиротехнических изделий. Здесь мы обращаем жителей, особенно родителей, учителей, провести собрание в школах, довести до родителям и учащихся о мер безопасности, пожарной безопасности при праздновании Нового года и использование пиротехнических изделий. Например, те службы, которые приходят снимать показания счетчика, должны еще и в качестве профилактики проверять и печки. Но, к сожалению, не каждый выполняет своих прямых обязанностей. А все знают, что газ опасен. Ведь при утечке голубого топлива в закрытом помещении достаточно малейшей искры. Или же просто включить свет для того, чтобы произошел взрыв. На этот случай бригада пожарной службы всегда наготове. Разработаны планы по проведению готовности и применению сил и средств нашего департамента ЧС и МЧС. Поэтому, как вы вопрос задали, наши силы и средства готовы в любой момент выезжать. Также Министерство по чрезвычайным ситуациям просит граждан о том, что если на ваш мобильный телефон придет СМС-сообщение с оповещением вас о том, что отменяется занятие в учебных учреждениях, надвигается усиление ветра, мороза или другие природные стихии, будьте внимательны и не игнорируйте подобные сообщения. Олег Великий, Даурен Дюсембиев, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42.